Дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale. Я продолжаю развивать своего твинка, и у меня сейчас в сундуке фортуны есть такая карта, как разбойники. В прошлом сундуке фортуны были карты летучие мыши, был гигант шарик, то есть это тоже был крутой сундук, но, к сожалению, в тот момент у меня не было гемов. На данный момент у меня сейчас 29 тысяч гемов, и я смогу сегодня добить разбойников на 13 уровень. Естественно, мы их прокачаем, после этого сыграем парочку каток. Надеюсь, что 4600 не солью. Постепенно мой аккаунт превращается в фуловую колоду, собственно, что я и планировал в начале сезона, в начале создания этого аккаунта. Вот, и также, помимо прокачки, я еще хочу его довести до 5к кубков. С этой колодой, конечно, будет сложно это сделать, но у нас еще время, в принципе, есть. У нас сколько до конца сезона? Еще 14 дней. В общем, что ж, предлагаю приступить. А, кстати, помимо этого разбойника, у нас еще есть спарки. Ну что, поехали, 750 гемов каждый сундук. Гемов у меня достаточно, конечно, 30 тысяч гемов не хватит, чтобы прокачать остальные карты на фул. Наверное, еще где-то 30-ку, а может даже и 40 тысяч гемов мне понадобится, дабы прокачать мышей, зап. Да и в принципе все, стрелы не принципиально, серьезно. Стрелы можно и 12-ми оставить, они как бы большой роли не сыграют, это разве что там вышку добить. Слушайте, смотрите, пару сундучков уже открыли, уже почти фулл разбойники. Возможно, даже мы не так много гемов потратим. Просто в предыдущем выпуске я хотел, точнее не хотел, а предполагал, что разбойники... Я чуть-чуть камеру так поправлю. Предполагал, что разбойники будут у меня на 13-й левел, да, в том выпуске, но у меня не хватило гемов. Не помню, сколько мы потратили. Так... Сколько нас осталось там? Где-то косарь, да, остался разбойников. Вот, 4300, значит 700 осталось. Ну, получается, еще 2 сундука, да? Или сколько комонок под? А, нет, еще больше. 3, чуть больше. Так, первый. Да, еще 2 приблизительно. А может, даже еще один придется. Так, а спарки нам не падают. Ну, в принципе, знаете, мне не принципиально, пускай не падает. Потому что на 5 уровень я точно прокачивать не собираюсь. До хрена гемов надо. Ну, в целом, если упадет, то со временем, я же этот аккаунт разыграю, со временем победитель этого аккаунта может быть когда-нибудь и на 5 уровень апнет. Хотя спарки это не самая популярная карта, с ней не так легко играть, но все равно. Что у нас тут осталось? 200, так, 200 с чем-то, да? Ну, получается еще 2 сундука, как же я так просчитался? Вот сейчас будет спарки, 100%, смотрите. Вот сейчас будет лего. Ну, может, не спарки, но лего точно, вот она. Так, спарки, да, давай. Спарки. Одна из 20. Ну, блин, конечно, классно было бы, если бы я и спарки на 5 левел прокачал. Так, что нам, все или еще один сундук? И первая комонка на моем аккаунте, 13 уровень. Yes, yes, все, мы это сделали. 100 тысяч золота сейчас будем сливать. Поехали. Так, сборщик, ну блин, кстати, помимо вот этих карт, которые в колоде, я тут еще дохрена карт, которых можно прокачать, выбил. То есть смотрите, он дракончика, 107 штук из 10, то есть его можно, наверное, на 5, а может и на 6, не знаю. Короче, победитель этого аккаунта, я думаю, будет доволен. Ну что ж, прокачиваем, разбойников на 13 левел. Бау, и все, и у нас еще одна фуловая карта. Вот как-то так уже. Реально, уже смело можно идти в глобал и не бояться никого. Но я все равно боюсь. Так. Гипноз. Не, гипнотиз. Окей. Так. Поставим гиганта с краю карты. Ледяной колдун справа. Но он увидел моего гиганта слева, да, и все равно как бы забивает. Наверное, у него есть какая-то инферно или еще что-то. У нас пока нету запа. Ух ты какая. И смотрите, восьмой этот, темный принц. Так, под рейджем разбойник. Слушайте, ну, он больше урона нанесет. Да он, наверное, он вышку снесет. Плюс разбойники бьют не того юнита. Блин, а еще смотрите, я вышку не снес, и мне еще дефать придется его обычного принца. Я понял, это дека, гигант, два принца. Главное, чтобы он не по спарке дамаг наносил. Да, отлично, не по спарке. Он еще и фаер... Капец, короче, пацаны какой-то. Я не ожидал, что так жестко будет. Так, первый же бой, и сразу вот так вот потеря вышки.
Так, поехали, здесь летучие мыши. А, так, ну еще один выстрел с палки, выживи. Ой, как всегда, впрочем. Так, ну, друзья, у меня тут вариантов немного. Единственный мой спасательный круг — это три короны. В противном случае я просто сольюсь. Эту вышку, блин, конечно, бы нежелательно отдавать, но у меня выбора как бы нет. Давайте здесь разбойников. Нющий мушкет. Гиганта пока уничтожишь, блин. 14 секунд до двойного эликсира. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так что, сразу на три короны топим. Блин, ну, конечно, вот сейчас у меня не лучшая ситуация. У меня я все карты слил на деф. Если он сейчас начнет принцами пушить, забьет на деф, то он меня снесет на три короны на изи. Вот. Ну, я сомневаюсь, что я тут выиграю. Он в деф пошел. Так. Блин. А как бы поступить? Так. Давайте зап. Так, хорошо. Дракона надо, дракона срочно уничтожить надо. Уничтожаем дракона. Вы посмотрите. Я начинаю его прессинговать. Давай. Минус темный принц, давай. Блин, ну если бы Спарки выжила, то это 100% бы победа была. Но слушайте, все равно что-то, смотрите, получается. Я победил. Вау, классно. Классно, классная колода все равно, хоть и сложная, но я победил. Так, слушайте, ну, неплохо продвигаемся, у меня даже... А стоп, а сколько у меня на основе кубков? А, не, у меня там 4800, хотел сказать, что на твинке уже больше кубков, чем на основе. Кстати, могу на основе тоже видос записать, где я... Ну, там пока 4900 не сильно интересно, я вот хочу с 5200 стартовать уже, где мы будем стримить с вами, и обязательно буду пилить там уже карточки, колоды. Ух ты. Так, удачи, спасибо, может, узнал меня? Так, что бы сделать вначале? Я, конечно, люблю с этой декой переходить в контратаки, вот. А в прошлом выпуске, в прошлом поединке я пошел в атаку. Так, хорошо, что Спарки чуть-чуть зафризили. Можно выставить гиганта так, чтобы на него, на Теслу гигант не пошел. Неужели Спарки вперед выйдет? Нет, отлично. Сейчас будет зап и валя. Так, здесь у нас зап. Отлично, вообще шикарно. Если бы не девятая валька, ну если бы она, я имею в виду, если бы она была десятой, Спарки бы законтрили. Хотя вот Тесла, да, добила Спарки. Ну, смотрите, минус башня. Все решает прокачка тут. В данном случае у меня порешала прокачка. Разбойника вот так вот, чтобы лучницу уничтожить. Да и в принципе все. Так, что, будем переходить на правую, наверное, сторону теперь. Я думаю, что у него нету ракеты, у него фаерболс, судя по всему. Так, или на три короны пойти. Зап потратил он. Окей. Поехали, Спарки. Так. Что у него там, валькирия была, да? Значит, запа у него сейчас нету, но у него есть еще ледяной дух. Забрасываем гиганта. Здесь летучие мышки. Здесь у нас пойдет дровосек. Дровосек на Теслу. Давай, по валькирии. Пау! Хорошо. И Спарки под рейджем наносит удар. Хорошо. Ух ты, два удара. Прекрасно. Ну что ж, я не знаю, конечно, по какой стороне будет атака. Окей. Надо было стрелы, чтобы и духа уничтожить. Так, запускаем Спарки с правой стороны. 420 хп мы вообще без проблем всяких добьем. Так, здесь мы подкинем гиганта. Значит, зап он не сливал. Летучих мышей пока тоже трогать не будем. Выпустим дровосека. Пускай побыстрее сносит Теслу. Здесь у нас стрелы летят. Хорошо. Добиваем башню. Здесь можно разбойников закинуть и закинуть еще шарик. Остается у нас 15 секунд. Да, в принципе, ему шарик дефать нечего. А, Тесла, блин. Ну, это из-за Теслы, конечно, он отвлечет. Хотя, видим, что... Трешка. Да, блин, классно.
Я еще прокачаю летучих мышей, прокачаю зап, хотя зап, я думаю, тут 12-й тоже пойдет. Вот, но... О, еще Crown Chest добили, давайте откроем. Слушайте, там эпик будет или лего? Эпик. Так, тихо. Почти 4700. Ну, блин, осталось тут до 4900, как бы, ну, немало и немного, но пару выпусков, и мы уже будем мастер 1. А это уже, как бы, почти достигнута цель. То есть нам 5к, я думаю, что возьмем. Короче, подписывайтесь, ждите, скоро будут стримы, скоро я прокачаю фул колоду, мне аж самому стало интересно. Спасибо тем, кто написал в комментариях, не разыгрывай, вот, доведи до конца, реально, вы вот меня... смотивировали продолжать на этом аккаунте играть, и вот мне сейчас реально стало интересно самому следить за его развитием, развивать его и прокачивать. Подписывайтесь, друзья, следите, и желаю вам удачи, скоро увидимся. Спасибо за просмотр, за лайк, за подписку. Пока!